Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Angry Birds Трансформеры. Так, заберем здесь с тобой награды. Нам нужно получить 15 уровень для того, чтобы открыть новую территорию. Так, ну что, погнали. Выберите Энергоникона. Ну давай возьмем, наверное, вот это. Нет, вот это я возьму. Поехали. Так, выбрать. Ну, пускай будет вот это. Я не знаю, кто это такой. Птенец какой-то. Ну что же, в атаку. Погнали. Броня улучшена. Неплохо. Совсем неплохо. Ю-ху-ху. Куда ты тут? Прилетел он мне. Что ж ты будешь делать-то? Иди гуляй, Вася. Солина. Пробивным таким сделали. Пускай летит. Тони, ты что не утонул-то? Все, нормально. Так, мы можем вот это, наверное, применить. Давай стрелять, господи. Так, вон там его надо подбивать. Где мои заряды? Заряды кончаются. Ну что, здесь надо проскакивать. Причем по Шурику. Нормально. А вот здесь, друзья, очень интересно получается. Мы с вами не можем пробить. Поэтому проезжаем. И вот так вот. Тихо. Что такое? Это кто? Это что? Что происходит? Мы превратились в какую-то колонку. Грязью кто-то в нас стреляет. Я так и не понял, кто это делает. Но в любом случае мы с тобой прошли. Так. Я, кстати, напарничка так и не призвал. 25 свиней подбили, 382 жетона получаем. Двойная награда, ну давай. Ну что, двойную награду получили. Этот у нас сплясал тут, станцевал, все дела. Так, пакет мой рейсер. Не надо мне такого пакета, я вот хочу улучшить. Хватит у меня денег на прокачку. В принципе, хватает. Улучшить. 3 часа? На улучшение, вы серьезно? Так, давай-ка тогда мы этого улучшим. Такой. Что? Чего не хватает? Подожди-ка. 1000 монет. Все, я понял. Ладно, давай завершим с этим. 12 уровень, друзья, у нас. Это еще мало. Это мало. Что такое 12 уровень? Это фигня, ребят. Нам нужно... Фига он... Ты серьезно, парень? Танцор. Новый уровень. Шикарно, шикарно. Так, я могу тебе еще прокачать? Не хватает, нужно 4000. Так, по оборудованию, что у нас тут есть? Солнечные очки. Заряд трансформации. Так, наушники. Категория 1, 10% к урону. В общем, пока у нас с тобой денег не хватает. Тут выбор, либо деньги копить, либо прокачку делать. Третьего не дано. Так, уровень 13. Так, смотри, что нам тут надавали. Очень всяких много вкусняшек. Новые предметы. Так, ну что, мы с тобой... Могущественный Мегатрон приказывает тебе оценить игру. Давай-ка вот это вот, наверное, с тобой разблокируй и играй дальше, чтобы получить монет больше. Так. Выберите... Энергоникона. Ну давай я вот это вот возьму. Это те самые птички. Синие, да? 3 братика этих. Ну чувак без компромиссов. Просто идет ему на все вообще по барабану. Будешь бомбить ты сегодня или нет? Зачем бомбить, да? Ну-ка, где эти птички? Ничего себе. Прикольно смотрится, смотри.
Это я поставил на автобой. Хочу просто посмотреть, ребят, как он будет здесь сам бомбить. А здесь он даже не додумается, по ходу дела, да? Превратиться в машину и проехать. Дыдыч. Да, пробивает, конечно, он не кисло. Чего ж тут говорить. Давай-ка вызовем еще подмогу. Но по красоте тут они вдвоем-то наяривают. Ну какой же он все-таки медлительный, а? Согласись. Но живучий. С этим поспорить нельзя. Так, сейчас мы с тобой еще призовем этих братьев. Вот так вот. Мне нравится, как он приземляется. Такие, как трехголовый дракон этот. Похож. Он еще бомбит какими-то этими шариками. Смотри, довольно прикольно. Ну, быстро он очень уходит. Вот что я тебе хочу сказать. Так, слушай. Давай. Зарядами по ним. Энергон, почему энергии нету? Помогайте. Давай, вот эти вот. Слушай, 2650. Давай вот сюда вот. Так, энергон. Готов. А что он у нас делает? Я уже забыл, оглушает, по-моему, да? Упал. Отлично, упал и разбился. Просто в смятку. Лучом этим пробивает. И каменные. И денег прилично нам дают за это, кстати. Все, он не спеша, ребят, просто прошел. Плевать он на всех хотел, этот Чак. Согласись. Круто. Просто круто прошел. Но эти тоже, ребята, красавцы. Тут не поспоришь. 43 свиньи подбито. Забрать бонус. Ну что, видео просмотрено. Мы получаем с тобой 6440 жетонов. Поблагодарить, конечно. Крутыши, не поспоришь. Так, а что у нас вот здесь вот? Третий уровень склада. Увеличить склад. А у меня хватит? У меня хватит, друзья мои. Опа. Как тебе такой вариантик? Значит, войти. Подключение позволите использовать. Ну давай. Почему-то он не заходит в Facebook. Я не знаю почему, ребята. Так, здесь у нас 19 минут 41 секунда. То есть это откаты идут. Значит, мы можем с тобой вот здесь поиграть. Давай, поехали. Активируй защиту. Давай посмотрим, что это за щит. Угу, бойцы готовы. Чуть-чуть сплясал, станцевал. Ну-ка, проверочка на авто. Подружка, выходи. У нее что, самонаводящаяся, что ли? Или мне показалось? Ух, как они классно здесь бомбят. Да, быстро она, конечно, улетает. Защитный щит я пока не могу активировать. Прокатываемся. Ёк-макарёк, быстрее. Погнали. А зачем ты встал-то, я не понял, я же... Куда ты стреляешь-то? Угу. Да вон там он, буржуй стоит. Ты эти блоки не пробьешь, можешь даже не стрелять. Зачем ты это делаешь? На помощь. Это же та птичка, которая пробивает каменные блоки, насколько я помню. Она же, да? Она. Зачем ты в эту пальму-то строчишь? Я никак не могу. Залазь тебе эта пальма. Вон там вон взрывчатки много, да? Так, тут уже наши братки прилетят сейчас. Угу.
Угу. И вот здесь, пожалуйста, пробей. Отлично. Слушай, ну тоже неплохо он прошел. Правда, в монет всего лишь 753. Маловато. Я не знаю, от чего зависит количество монет. Зато 40 свиней побили. Заберем, наверное, бонус. Хотя не будем. А поблагодарить надо обязательно. Прикалывается. Так, а что у нас тут? Задание, что ли, выполнено какое-то? Точно. Мы выполнили с тобой определенное задание. Так, здесь есть доступное задание новое. Ну что, пойдем проверим. Так, выберем вот эту вот штуку. Ох ты. Давай вот это. Мы знаем этого здоровяка, на что он способен. Это просто имба какая-то сейчас будет. Но он будет просто как помощник нам помогать. Сейчас. Просто. Ну-ка. Он? Точно, это он, ребят. Непобедимый свин. Такой роботека. Плевать, он тут на все хотел. У него нифига там плечи, ты видел плечи? Там целые эксквадронные ковши на плечах у него. То есть это действительно мега здоровый. Этот, как его звать? Ну ты понял, да? Трансформер. Мега здоровый. Так, ну проверим, как это. А, вот он как работает чит. Но опять же кратковременный, да? К сожалению. Кратковременный. Да. Как его? Чак? Нет, не Чак. Чак вот другой у нас. Я уже забыл, как увеличать-то, господи. Ред, ё-моё, конечно же, это же Ред у нас. Мощнявый, да, тут не поспоришь. Так, бомбим у того. Тыщ. За все, абсолютно за все получаем деньги. То есть, даже просто уничтожая постройки, мы с тобой получаем монетки. И это круто. Помогай. Так, здесь надо проехать, наверное. Да, этот чувачок крутой, на самом деле. Я бы даже сказал, мега крутой. Все, прошли. Причем здесь очень много разных, я так понимаю. Вот таких вот гигантских трансформеров. Сколько мы с тобой? 19 свиней подбили. Двойная награда, ну давай. Ну что, забираем двойную награду. Поблагодарить Дэйва. Он даже сюда не вместился, чтобы его отблагодарить. Так, ну что, здесь свиньи, монеты. Где у нас еще можно пройти? А что за впереди новый рассвет? Собери свои награды. Ага. Немезис Хотрод. Это будет доступно? А, играть события. Обмен жетонов, соревнования сегодняшние. Так, выбрать персонажа. Это за которого я буду играть? Ну, давай вот этого возьмем. Давай проверим, что у нас тут. В чем заключается наша цель? Ого! Фига он крутыш какой. Это типа босс или что такое? Так, ребят. Подбиваем, подбиваем эти снаряды. Опа, я совсем забыл про эту голову. Оу. Давай, 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 бомби. Твою налево. Ну. Есть. Мы его подбили. Мы его подбили. И что по итогу? Теперь просто драться, что ли, с этими свиньями? Так, здесь пролетаем. Е! Слушай, прошли? Эй-эй.
Но у нас осталось здоровье буквально там на один плевок, и все, и нас бы смогли бы подбить. Крутой чувак, крутой, не могу ничего сказать против. Мне понравился он. Так, забираем с тобой двойные награды. Так, событие пройдено. 586 очков. Ага. А нужно собрать 1000. Давай еще попробуем сыграть. Только на этот раз возьмем вот этого вот. Кто ты такой? Покажись. Опа. Погнали. Ху-ху-ху. Ну, а стрелять ты не хочешь, да? Или у тебя так долго заряжается твоя пушка? Не могу понять. Давай, 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 падай. Ох ты! Да иди ты! Давай, 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 давай! Чё? Что там? Что с тобой произошло? Зачем ты так придуряешься? Объясни мне. Не могу понять. То ли у него заканчивается, то ли... В чем проблема-то? Ладно, здесь мы проедем с тобой по-быстрому. Немножко странный, конечно, этот чувак, если честно. Не могу понять, в чем у него прикол. Вот видишь, в данный момент он вообще не может стрелять. Видимо, быстро у него заканчивается именно оружие для стрельбы. То есть заряды. Но здесь удваивать нечего, потому что... Ну, ты сам понимаешь, да? Всего 15 свиней. Хотя, берем. Так, ну что, награды мы с тобой забрали. Так, 111. Сейчас посмотрим, сколько у нас накопится. Должны же показать. 697, блин, ну тут маловато как-то. Опа, может быть взять. А вот этого вот. Ну что, давай посмотрим, что из себя представляет этот трансформер. Такой боевик, да? Своего рода. Куда ты лезешь? Ну, нормально. Так, это что за здоровяк? Так, мне нужно, ребят, вот эти вот ракеты подбивать, которые сейчас полетят на нас. Ай! Блин, мне нужно и с этими бороться, и... Давай, давай, давай. Нормально. А вот с одной не справился я. Давай. Ах, твою же дивизию. Ну, неудача, друзья мои. А, давай. При помощи кристаллов. Оживем. Я не могу понять, мы не попадаем, что ли, по нему, или попадаем? Так, тут надо проскочить. Есть, мы побили этого ханыгу мелкого. Тут надо уклоняться. Слушай, маловато, 615. Или нормально? Маловато, по-моему. Событие пройдено. Так, 50 свиней. Ну давай умножим. Забрали награды. Ну-ка, покажи мне, пожалуйста. Сколько там прибавка идет? А, вот оно что. У нас уже 2000. Хорошо. Так, мы можем... Поехали. Китайский Новый год. До окончания 11 часов. Открой мгновенно, улучши или даже наполни суперсилой Немезиса Хутрода. Так мы же это делали. Вон туда я хочу пойти прогуляться. Давай, наверное, вот так вот сделаем с тобой. Выбрать в помощники. Давай вот этого вот. Глянем. Ну, за этого чувачка лучше, наверное, играть автобоем. Потому что, ну, сложно как-то мне за него лично играть. Так, помощь. Фига тут такой чувачок. Неплохо.
Смотри, тут везде, видишь, вера. Это, видимо, в честь Нового года, да, китайского? Вот эти штуки, конечно, надо было подбивать. Знаешь, что я забыл сделать? Естественно, я забыл восстановить здоровье. Поэтому сейчас можем... Ой-ой-ой-ой-ой, все-таки задел, да? Уходим. Давай поставим вот так вот. Тыдыч. Так, проезжаем. Проезжаем. Давай-давай, в бом... Ай, тратим кристаллы, если есть такая возможность. Такая возможность есть. На помощь. Без твоей помощи просто никак. Что-то как-то быстро, 5 секунд и все, и улетает. Почему так мало? По времени. Пальму подобьет. Сейчас что там? Ага, не подобьет. Все эти гирлянды, да, действительно, как китайский Новый год, ребят. Чистой воды. Не, он действительно крут. У него очень много хп. Но это, наверное, самый маленький. Вы мне говорили, что есть какие-то гигантские роботы, да, трансформеры, которых надо собирать. А как я их буду собирать, ребят, если я их даже не видел, чтобы они где-то давались? Так, проезжаем здесь. Ну, очень долго стреляет, очень долго. Мощный, медлительный, но все у него очень долго, ребят. Так, давай, получай эту энергию. Прилетело. Активировались. Такие радостные. Давайте, подавай, этот не спеша, такой крутыш. Чух-чух, орет. Замечательно. Угу, напарничек. Так, забрать бонус, давай. Так, награды получили. Благодарим. Но мне надо поднять уровень. Как ты считаешь? Так, здесь мы что-то с тобой... Ага, это все забираем. Есть еще какие-нибудь... Так, и здесь наградушки, да? Вау. Так, 26 тысяч у нас с тобой финансов. Давай-ка улучшать кого-нибудь. Кого-нибудь. И здесь можно... Так, а ты разве уже готов улучшиться? Так, 4 тысячи. Давай, наверное, поставим на улучшение. Так, теперь. Тебя можно улучшить, братишка? Нужно даже улучшить. Все время забываю, что нельзя сразу нескольких поставить на улучшение. Вот в чем дело. 2500. Заряд трансформации. А очков у него нету, да, по ходу дела? Заряд трансформации 10. То есть просто можно купить, да? Ну, типа понт. Такой в очках крутыш. Но тут, ты видишь, 200 тысяч. Это, конечно, нам не по карману в данный момент. Не по карману. Ну, очки ему идут, если честно. Так, а что у тебя? Видишь, у них здоровье, ребят. Естественно, нужно вот это вот все покупать. Сердечки эти. Вот, теперь у них, кроме этого, фул. Фул ХП. А что тебе можно надеть? Сколько? А, 60 тысяч. Дорого. Тут 20 тысяч. Это феска. 20% к скорости стрельбы. Нам нужно много денег, ребят. Пойдем зарабатывать.
Конечно, пойдем зарабатывать. И следующее. Так, что у нас тут? Увеличить склад. Нет, спасибо большое, мы уже увеличили склад. Так, а вот тут-то что у нас означает? Что мы можем с тобой пойти сейчас сюда, да? Оставшееся время. Завершить улучшение. А, он пока улучшается, мы не можем ничего сделать. Я понял. Так, выбрать в помощь. Вот этого возьмем. Ну что, готовы? Погнали. Давай, родной. Так, там у нас кубик. А из него деньги вылетают, да? Так, подожди, подожди, вот этого. Бинго. Подбивай лед. Буду знать свое место. Да? Шантропа это. Так, у нас с тобой защита есть. Как же он все-таки быстро, друзья мои, этот щит пропадает. Да блин. Ты будешь стрелять-то сегодня или нет? Как так не увидел-то? Забыл совсем про это все, а? Хорошо, мне сейчас задело. Так, поехали. Проезжаем, 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 проезжаем. Давай, давай, ломайся там. Фух. Ну, очень много потратил сердечек, на самом деле. Почти все. Прошел, но почти все сердечки. А, так у них у всех очки теперь будут. Одному купил, у всех очки. Так, тут пропускаем, не особо много, конечно. Как же быть? Где нам с тобой хорошо заработать, а? Прям, чтоб вообще хорошо. Сколько там? 25 минут еще ждать на улучшение. Здесь не можем пойти, да? Пока награды очень слабенькие, маленькие, я вот заметил. Так, а это кто такой? А, это бомб! Хоу, я его еще не видел. Это бомб собственной персоны, ребят. Ну-ка посмотрим. На автобой, ребята, поставил. У него все получается вообще как-то великолепно, посмотри. Ну, почти великолепно. Ну-ка, глянем на бомб. Такой чувачок. И что ты делаешь? Ага, он каким-то электрическим разрядом и бомбит. Вызвал, непонятно зачем. Он ничего здесь особого нам и не помог, ребят. Ай-яй-яй. Снаряды бомбят. Да хорош ты. Не успел. Я не успел, друзья. За кристаллы, срочно. Не хотел тратиться. Но пришлось. Так, замечательно, здесь подбили. Ну, это говорит лишний раз о том, что вот этот свиненыш у нас еще пока слабый. Но в плане уровня, в плане дамага, согласись, надо прокачивать. Все, добежали. Ну, вообще мало жетонов, 256. Очень мало. Я даже не знаю, стоит ли умножать. Наверное, не будем. Хоп-хоп-хоп-хоп. Танцоры тоже мне тут. Так, здесь забрали. Тут прокачка идет. Тут не завершено. Ну, поехали. Так, это же опять бомб.
Ну-ка. Глянем. Так, это у нас Чак. Чак у нас спец по ком... Почему? По деревяшкам, верно? Давай-давай-давай. Помощь нам никогда не помешает. Так, вот здесь надо подбить. Активируем. Сюда надо бомбить? Надо, конечно. Так. Что-то он сам стреляет, причем без остановки почти. Надо было сюда просто бомбить и все. Одним выстрелом два зайца бы убили бы. Да ладно, не успел что ли чуть-чуть? Чух. Ну слушай, вот здесь Чаком нормально пошли. Я бы даже сказал легко. 3-4 свиньи плюс нормально. Так, двигаемся далее. Давай поблагодарим. Так, здесь заберем, здесь заберем. Так, и у нас с тобой остается доступный. Так, а здесь что, все, что ли, можно играть? Нет, ребята, играть нельзя. Точнее, не будем, потому что там очень мало сердечек. А вот здесь, здесь, да, здесь стоит. И возьму я в помощь. То есть вот это вот, это сколько времени он будет нам помогать. Здесь вот этот вот будет помогать нам 10 секунд в бою. Тот всего лишь 5 секунд. Фига мы там лупанули. Давай, 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 уничтожаем. Тотально уничтожаем. Смотри, все разносим. В хламину. И мне это нравится. Так, вот здесь мы проедем с тобой по-быренькому. Смотри, смотри, как эта ракета летит. От кого это мне так прилетело? Кто запускает эти ракеты в меня грязные свои, а? Ослепляющие, так скажем. Мне не ясно. Да. Слушай, ну сейчас мы отлично прошли. Все-таки мне кажется, здесь очень много зависит от того, какие монстры. Сильные, слабые. Мы даже не вызывали с тобой помощи, кстати. Я про нее и забыл. Так, видосики посмотрели, наградушки набрали, на дорожку станцевали. И пока, друзья мои, походу все. Больше нам ничего не доступно. В бараке. Что в бараках у нас происходит? Прокачка. Настроить. Блин, ну это... Так, что у нас тут? 60 тысяч. Так, наушники. 10% к урону. Слушай-ка, наушнички-то можно взять. Куплю-ка я. Что улучшит склад до 6 уровня, чтобы запасти больше кристаллов? Ну я наушники же купил? Купил. А здесь нужно... Вот 40% к защите я бы, конечно, приобрел бы. Слушай, а почему у него нет наушников, очков? Надо ему купить отдельно, получается, да? Такой танцор. Ускорение перезарядки. Опять же, 60 тысяч стоит. Реактивный ранец. 20% к времени состояния транспорта. Открывается на 5-м уровне склада. На 10-м. А у нас какого уровня склад? Остаться в тренде, покупая аксессуары. Хорошо выглядит.
Ну, это понятно. Чего ты грустишь-то, я не могу понять. Взгрустнул он, главное. Так, Soundwave. Цель 2006, простые вояки. А это что такое вообще? А, ботоспасатели. Братья по обороне. ВИП. Кунсголовые комбинаторы. Поддержка. У меня только лишь 3 открытых. Прикинь, а их там сколько, ты видел? Их там дофигища просто-напросто. Склад, как мне склад? Так, мы еще с тобой здесь что-то заработали. Собрать. Склад. Прокачать. А где он у нас прокачивается? Я уже и забыл. Но не в бараках, верно? Вот здесь, по-моему. Увеличить склад. Да. Все, ребята, мы с вами открыли вот синие кристаллы теперь. А следующее улучшение, как ты видишь, стоит 20 тысяч. Теперь мы можем с тобой копить синие кристаллы. Так, профессор, чем ты меня сегодня можешь порадовать? У нас обычные энергониконы. А можно мне что-нибудь такое хорошее? Ну вот, например, что-то зависло, друзья мои, зависло не к добру. Ай-яй-яй-яй-яй, придется перезаходить. Так, друзья, я не знаю, почему я у этого профессора нажимаю на сюда, и все, ребята, игра зависает. Поэтому, наверное, я пока трогать не буду, я не знаю, с чем это связано. А прикинь, это больше вообще работать не будет, вот будет веселуха. Так, ну что, друзья мои, давайте мы, наверное, тогда с вами, наверное, на сегодня закончим серию. Прокачка, конечно, идет очень долго. И увидимся уже в следующей и продолжим играть. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.